Наталья Матвеева. Хочу выразить огромную благодарность нашему дорогому другу учителю Валерию Константиновичу Железову за знания семена черенки. В этом году мы собираем богатый урожай из деревьев, посаженных его семенами и привитыми черенками. Вишня Войлочная – одна из шедевров нашего сада. Ну и так далее. А дальше это Омская культура 100% устойчива. Это самое теперь так. У меня много писем. Значит, еще в другой раз покажу. Дело в том, что я хочу еще максимальную пользу. Все, что я говорил, вы могли пропустить мимо эти полтора часа, мимо ушей. Значит, дальше еще много источников.